Оставь его. Я не забыла. У вас несчастная любовь? Да-да. Обидела свекровь? Сосед скандальный тянется. Несправедливый бригадир. Вот как приедет крокодил, тогда им всем достанется. Ах, крокодил! Привет! А мы вас ждали. Ну, как дела? Что нового в журнале? Есть письма, много телеграмм, одних открыток сотни килограмм. А вот плоды моей работы. Что тут? Взгляните, это фото. Вот здесь завод, вот элеватор, вот самый мощный экскаватор, а вот колхоз-миллионер, вот знатный селекционер, а это Чиж, орел из Львова. Вот новый клуб, вот сельсовет, вот примечательный портрет американца из Айовы. Вот скот везут на комбинат. Давайте же посмотрим, кстати, что пьют они и что едят, что с ними будет в результате. Не закрывая рта. А что касается скота, вы скажете, мораль проста. Да нет, скоту не до морали, ему бы лучше корма дали. Тут есть еще другие фото. Вот это сельский гастроном. А вот хороший новый дом попал в мещанское болото. Искусство мастерских кустарных мы любим, ценим, бережем. Но нам пора очистить дом от пошлых лебедей базарных, от сладких кошечек бездарных, от мишек, краденных у Шишкина, от бойких девушек Софишкино, что так в ходу за рубежом. Весь этот пестрый хлам долой, матрешка выметит метлой. А вот одно из похождений защитника зеленых насаждений. Thank you.
милый крокодил поздравить вас с покупкой. Простите, что же я купил? Но вы же с новой трубкой. Я эту вещь не покупал. А где же взяли? Обменял. Однажды мистер Корнгибрид в конце июля месяца задумал нанести визит прославленной чудеснице. Хелло! Good morning! Очень рад, что я застал вас дома. Я из-за Йомы. Ваш собрат, ваш старый друг и ваш комрад. Мы, кажется, знакомы. Окей! Я с ног до головы и с головы до пяток такой же точно, как и вы, маисовый початок. Прошу вас подождать меня. А если вам охота, то покажу на ферме я, как там идет работа. У меня коровушки не доены, я их поддаю, поддаю. Малые поросятушки не кормлены, я их подкормлю, подкормлю. Курочки, я вас на лужок отведу. Тега, 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 гуси-лебеди, плавайте, родные, на пруду. Окей, прекрасно, very good. Да-да, меня здесь берегут, растят под солнцем жарким. Чтоб кукурузный рацион принес дохода миллион свинарного доярка. О, это бизнес. Вы всерьез? А что же тут такого? Хотя и скромный наш колхоз. Не то что штат Айова. Да-да, в труде ты молодец. Но я спрошу как друга, как ты проводишь, наконец, свои часы досуга, а? Выйду, выйду в чисто поле, повстречаю хлебом солью. Кто пожаловал в наш дом с чистым сердцем и с добром, с чувствами открытыми, с мирными визитами. Искореним, мир и дружбу закрепим, потому что мы хотим сосуществования. Я это фото сберегу, знак дружбы и внимания. А это фото я могу на память подарить врагу в порядке назидания. До завтра. До свидания. Себе я камеру купил. Я знаю, скажет каждый зритель, что я разумно поступил. Пока что я это знаю. Ни Ром, ни Пырьев, ни Рошаль, но все же храбро начинаю свой крокодильский фестиваль. Смотрите новый фильм «Пейзаж». Документальный репортаж. Чтоб снять природу в полном блеске, искал я самый лучший план, как оператор Урусевской и как художник Левитан. И отыскал я то, что надо. Здесь тишина и красота, здесь ароматы и прохлада, ну просто дивные места. Thank you.
мне снимать противно весь этот варварский шабаш. Я в объективе объективно вновь зафиксировал пейзаж. Я не хочу быть к людям грубым, но для таких нет лучших слов, чем те, что написал Крылов, назвав таких «свинья под дубом». Я пленку перезаряжаю и фестиваль свой продолжаю. Известно со времен Садко, подводный мир богат и емок, и я на путь подводных съемок встал как Сгуриди и Птушко. Сейчас меня неумолимо мой фестиваль влечет на дно. Итак, история Налима. Фрагмент подводного кино. Без маски я по дну ходил, плыл под водой свободно я. Я ж, как известно, крокодил, а значит, земноводный. Так повстречался мне Налим, и с ним расстался вскоре я. Но я заснял, какая с ним произошла история. Рыбак он был, увы, посредственный, зато начальник непосредственный. Вот так был пойман Неналим, а просто жалкий подхалим. Мрак, полночь, магазин, витрина. Так начинается картина, когда на лестницах стихает шумок оберточных бумаг, приходит маг в универмаг. И жизнь он в ширпотреб вдыхает. И разговаривают вещи, и слышим мы их голос вещи. С мембраною простуженной воюя, не в силах я хрипенье удержать. Мне говорят, лишь только запою я. Не надо слов, не надо продолжать. Лишён я слуха, голоса и речи, не в силах покупателя привлечь. Ему шепчу, ты помнишь наши встречи? Он отвечает мне, не надо встреч. А я, мне кажется, я брежу я нож. И что же я не режу без риска? Босиков, фокстрот, танцуй по моему железу. Поверьте, мне не до острот. Я туп, но нужен до зарезу. Меня застраховали от огня.
А я устал висеть и ждать, себя не слыша комплимента. Я б дотянулся до клиента, до брюки коротки, видать. На мне морщины, купола и полы навершок от пола. Скажите мне, какого пола хотя бы это вот пола? Я сшит фасоном древних лет, смотрите, весь я перед вами. Я закрываюсь рукавами и плачу в собственный жилет. Вам все же легче, вы мужчина, а я стиральная машина. Я создана для гигиены, я тихий, мирный агрегат, но почему-то нрав гиены в мой заложили аппарат. Мне дали дикие замашки. Смотрите, как стираю я, терзая бедные рубашки, осколки пуговиц плю я. Пу-пу! Беда! 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 Смотрите, я сковорода, я для хозяек создана и предназначена к котлетам, но эту массу чугуна поднять под силу лишь атлетам. А я? А мы? Мы все стыдимся того, что людям не годится. Позорим мы, универмаг. Что делать нам? Скажите, маг. Прошу минутку тишины. С витрин исчезнуть вы должны. Вот этой палочкой волшебной смести с витрин хотелось мне б. Весь некрасивый, непотребный, весь устаревший шипотреб. Настало время расставания, и хоть прощаться с вами жаль, я говорю вам, до свидания, и завершаю фестиваль. Алло? Алло? Редакция? А вы бы те бедствия. Слушайте, слушайте. Продолжаю прием. Продолжаю прием. Спасите, спасите нашу душу. Житья больше нет, замучил нас директор. Кто же это? Буль-буль-буль. Ничего не понимаю. Дело серьезное. Считаю, что этому надо посвятить специальный номер киножурнала. Как назовем его? Назовем «На чистую воду». Маленькая директору Бульбулькину на уху. Так вот кто он, Бульбулькин. Будет ему уха и маленькая, и большая.
Побудет он в вашей шкуре. Отпустите его. Рыбка большая и маленькая. Я шипеть, взрываться, мастер, я свирепый, очень зол. Разорву вас всех на части, я ужасный страшный тол. Берегись, кого нашел, я ужасный страшный тол. Ля-ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля-ля.
бедную чарку, чарочку большую, а пока не выпьешь, не наем другую. Надеюсь, что эта печальная история о несчастных рыбах закончится вот так. Зимой в любые дни и числа на мир он смотрит зло и кисло. Все меркнет под его тяжелым взглядом. И очень трудно жить с ним рядом. На службе он весь день скулит, что у него радикулит, колит, гастрит, аппендицит, бронхит, фронтит и менингит. Я наблюдал за ним на пляже. Он мрачен был на пляже даже. И видно было по всему, здесь все не нравилось ему. У вас лежит моя жена Брюзжалкина Полина. Как мы условились, она должна родить мне сына. У вас родилась дочка, гражданин. Позвольте вас поздравить. А где же сын? Я сына ждал. Причем тут дочь? Ничем вам не могу помочь. Не можете помочь, а не мешало. Давайте вашу книгу жалобу. Я описал вам личность хмурою. Теперь займусь другой карикатурою. Сейчас я покажу портрет мечтателя солидных лет. Говорят, коммунизм наступает, братцы.
скажите, не наступил еще он? Стоит мне за работу браться? Или труд в СССР уже отменен, а? Я коммунизм этот самый жду, как ждут банкета или свадьбы. Эх, хорошо бы все дни в году пили бы. Ой, Господи, гуляли бы, да спать бы. Хочется мне в коммунизм пролезть. Где не работаю, можно есть. Вот, согласно заветным моим мечтам, жизнь вот такая начнется там. Ворот, куда махнем на вездилете, с утра стоит он на чеку.
Быть может, вас поставить к тете и попить с вареницем чайку? Я вижу, вы утомлены. Морские ванны вам нужны. Не вредно, между прочим, вам прошвырнуться в Сочи? Ах, не надоели эти Сочи! Не ездить в Сочи, нету мочи! Организуйте отдых мне в небесной, в высшей сфере! А где конкретно? На Луне? Нет, лучше в Венере. Сейчас пойду, похлопочу, и вам путевку получу. Я сам похлопотал за тунеядца, который в коммунизм мечтал пробраться. Туда для эдаких персон вход воспрещен. На этом фильм кончаю я. До новых встреч, мои друзья. Вот наша печальная история. Институт, а провожу все время тут, заброшенный на полку, валяюсь я в пыли без толку. Без толку. По-моему, в лишний тут. Подумаешь, высшее образование. Вот я действительно знаю все. Воспитатели. Принес отчет. Заготовителям почет.
принес полки томатов и прочих овощей. Еще зоне будут дачи. Для дел подобных, я уверен, конец вполне закономерен.